Мое мнение, что искусство дает людям личную свободу и полную независимость от системы. Ну, значит, я на Ютовском фестивале искусств. Это Salt Lake City, Юта. 25 июня. Ну, этот фестиваль длится 4 дня. Я обыкновенно прихожу только в субботу. Вот как сегодня в субботу пришел. Посмотрел здесь, прошелся по палаткам, посмотрел фотографов, художников. Набрал визиток, буду смотреть их веб-сайты. Снимаем. Вот, большие вывески. Utah Art Festival. Жара под 30 градусов. Что-то кушать захотелось. Давай попробуем индейское тако. Ну, значит, вот здесь Native American тако. Можно я держать буду? Да, давай, держи, я подержу, да, давай, чтобы я не уронил. Значит, здесь у нас так. Fry bread называется, это зажаренная лепешка. Сверху, значит, фарш жареный со специями. Фасоль, летук, это вид салата. Значит, сальца и немножко сыра и сметана. Вкусно выглядит. Давай сейчас попробуем. Вкусно, но вкус в основном мексиканский. А ты джиро снимал? Сейчас снимать буду. Вот джиро. Давай, потому что джиро. Есть, начнем. И спина копыта. Ну все, можно есть? Можно есть. Запивать. Ну, захотелось чего-то сладкого. Здесь вещи в шоколаде. Чизкейк у нас стек. Это чизкейк замороженный. Попробуем, как она. Историческое здание мэрии. Художников много, только не все дают фотографировать, поэтому я снимаю издалека. Купили шерстяной плед у македонцев. Hello. All right. Thank you. Thank you. Я вот так училась. А ходит, как будто на ходилах ходит, как на костылях. А вот этот художник рисует только битвы. Ну, уже почти 7 вечера, я думаю, время домой. Хотя там еще будут концерты какие-то. Но я не знаю, компания, с которой я, они уже тоже потихоньку поедут домой. То, что меня интересовало, я сделал. Ну, все на сегодня.